Север превращается в тропики. Это сенсация из глубин Чукотского моря. Ученые обнаружили там богатейший подводный мир. Целые поля крабов, огромные поселения губок, морских звезд и актиний. Плотность биомассы на квадратный метр, как в тропических водах. А ведь сотни лет считалось, что Чукотский мир бедный. Также выяснилось, что море больше своих нынешних границ. Характерные ему придонные воды нашли в соседней акватории. Главный вывод последних открытий – мы почти ничего не знаем об этих местах. Вода в Чукотском море серая. Это из-за пасмурного неба. На севере, в районе острова Врангеля, метеорологи каждый год насчитывают порядка 200 дней вообще без солнца. Местные жители любят шутить. Один месяц погода плохая, два месяца очень плохая, а все остальное время просто скверное. Это зона вечной мерзлоты. Огромные массы застывшего льда заносят сюда белых медведей. На острове Врангеля у них родильный дом. Каждую зиму приплывают 400 медведей. Весной косолапое население Врангеля утраивается. Чукотское море межконтинентальное и даже планетарное. Оно разделяет Азию и Америку. По его акватории пролегла государственная граница России, она же линия перемены дат на планете. Когда на Чукотке полдень вторника, на американском берегу 9 часов утра понедельника. В акватории длиной 150 километров одновременно существуют вчера, сегодня и завтра. Когда-то воды нынешнего Чукотского моря безраздельно принадлежали России. В 2017 году ровно 150 лет, как царь Александр II продал Аляску США. Вместе с землей была утрачена половина акватории. И только для местных жителей ничего не изменилось. Даже древнейший промысел – китобой – здесь ведут по старинке с помощью лодок и гарпунов. Добыча серых китов официально разрешена коренным народам Севера для поддержания культурной самобытности.
Удивительно, но долгое время Чукотское море вообще не существовало на карте самостоятельно. В Большом Восточно-Сибирском море его разглядел норвежский океанограф Харальд Свердруп. На основе исследований путешественника в 1935 году ученые Русского географического общества предложили, а советские партработники официально утвердили новую акваторию. Название ей дали в честь местного народа. На международных картах так и пишется «Море Чукча». Если копнуть глубже, получится еще интереснее – «Оленье море», ведь само слово «чукча» произошло от «чауча» и переводится как «богатый оленями». Могло быть и мамонтовым. Именно мамонтовый промысел 10 тысяч лет назад был основой жизни чукотского народа. Останки древних исполинов в районе деревни Амалон находят каждый год. Возраст самого молодого ископаемого – 5600 лет. Сегодня поделки из бивней древних гигантов являются народным промыслом и высоко ценятся. В московских магазинах стоимость резной скульптуры может доходить до 100 тысяч рублей. Главный объект творчества – Северный олень. Его фигура из мамонтового бивня для чукотского народа, как сакура для японцев, национальное достояние. Северный олень – основа сельского хозяйства на Чукотке. Для развития отрасли в регионе разработали стратегическую программу – привлечь 5,5 миллиардов рублей инвестиций и увеличить поголовье до 300 тысяч. Чукотка золотая. Правда, выяснилось это относительно недавно, в 1950 году. Геолог-самоучка первым нашел килограмм золота, а заодно открыл крупнейшую чукотскую залежь. За годы разработок она дала 250 тонн драгоценного металла. Впоследствии геологи нашли еще 500 месторождений, в том числе в шельфе Чукотского моря. Под морской водой сокрыто также другое золото, черное и голубое – нефть и газ. Их запасы в морских недрах оцениваются более чем в 2,5 триллиона долларов. Богатым на открытие ученые считают и озеро Нетающего Льда. Оно возникло 3,5 миллиона лет назад после падения огромного метеорита. Даже в июле здесь можно найти участки с 2-метровыми глыбами замерзшей воды. Сейчас специалисты исследуют материалы со дна озера. Они пытаются восстановить историю климата в этой части Земли и спрогнозировать его возможные изменения в будущем.
По числу иностранных гостей на одного местного жителя Чукотка – явный лидер. На круизных лайнерах сюда ежегодно приплывают 3000 человек. Влечет людей 180-й меридиан. Здесь даже установлен специальный межевой знак. У огромного каменного диска пролегла граница старого и нового света – востока и запада. Иностранцы едут, чтобы увидеть нетронутые цивилизацией арктические пустоши и этнофестиваль морских охотников «Берингия». Его проводят в память об ушедшей под воду древней родине чукчей Берингии, чтобы продолжилась жизнь настоящих людей у моря.